В основании реальной церкви, в центре реальной церкви стоит Христос. Нужно постоянно задавать себе вопрос, вот в моей жизни и в моей церкви действительно ли в центре ее стоит Христос? Давайте откроем один из моих любимых фрагментов Священного Писания. Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 1 по 4 стихи. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к Нему. Значит, мы то и дело уходим от простого и чистого посвящения Иисусу Христу. Мы то и дело уходим от чистоты невесты Христовой, от первой любви, которая принадлежит только Ему. Апостол Павел дает нам три предупреждения об этом. Что же происходит с Коринфской церковью? Что же происходит с современной церковью? Три предупреждения, как фары, сообщающие нам о том, что мы уходим от центра, мы уходим от Христа. Что же это за предупреждения такие? Апостол Павел предупреждает нас о другом Христе, об ином Духе, о другом Евангелии. Что же это за предупреждения? Апостол Павел говорит, что если кто-то проповедует Иисуса, которого мы не проповедовали, или если вы получили другого Духа, которого не получали, или другое Евангелие, которое вы не принимали, то вы готовы с этим мириться. 4 стих. Значит, в Коринф пришли люди, которые вели их не туда. Этих людей называют иудействующими. В одном из комментариев мы читаем о том, что иудействующие были номинальными христианами. Они утверждали, что веруют в Иисуса Христа, но считают Его лишь Спасителем Израиля. Они настаивали, что в Царство Христово могут войти только евреи, или те, кто стали евреями. Соответственно, они вставали в оппозицию к учению апостола Павла, в оппозицию к подлинному Евангелию. В Деяниях апостолов, 15 глава, 1 стих, мы читаем о том, что пришли люди, которые стали учить, что если вы не обрежетесь, пока вы не обрежетесь по обряду Моисееву, вы не можете получить спасение. И вот тогда начался спор между Варнавой и Павлом и этими людьми, потому что это было другое Евангелие. Это было иное Евангелие. Иное, потому что к Евангелию Христову, к истине Евангелия Христова, добавлялась мысль о том, что сначала нужно обрезание, а только потом спасение. Сначала нужен закон Моисеев.
Сначала нужно было стать как иудей. Павел противостал этой идее, потому что он понял, что это совсем не Писание, совсем не Евангелие. И вот теперь, в начале этого курса, приступая к разговору о реальной церкви, мы задаемся вопросом о том, что такое реальное Евангелие. Многие неправильно понимают ответ на этот вопрос. Когда-то, в юности, я рос в церкви, я ходил в воскресную школу. И знаете, в воскресной школе вот как нам объясняли Евангелие. Нам объясняли его песенками. И, честно говоря, некоторая истина в этой библейской песенке есть. Но все-таки эта песенка уводит меня от Христа. Вот какую песенку мы пели. Я пою плохо, поэтому петь не буду, просто прочитаю. Любовь, любовь, любовь. Евангелие в одном слове — любовь. Люби ближнего, люби брата, потому что Бог есть любовь. Смотрите, что получается. Значит, Евангелие одним словом — это любовь. Но ведь штука-то в том, что не в этом благая весть. Не в том, чтобы любить людей, и тогда примиримся с Богом. Я не могу так любить людей. Не в этом благая весть. Евангелие не в том, что мне достаточно любить людей, и все будет хорошо, и все будет здорово между Богом и мною. Евангелие не в этом. Благая весть не в этом, потому что не можем мы возлюбить сами по себе Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Не можем мы без Бога любить ближнего, как самого себя. Не в этом Евангелие. Наша задача, прежде всего, понять, как оправдаться перед Богом. Не любовью, конечно, а через Евангелие Иисуса Христа. Если изложить Евангелие одним словом, это, конечно, не любовь, а Христос. Евангелие одним словом — это Христос. Евангелие одной фразой. Это первое послание Коринфянам 2:2. Христос распятый. Двумя словами. Христос распятый. Вот благая весть. Евангелие одним стихом. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот смысл Евангелия. Вот благая весть. Христос и есть Евангелие. Я этого не понимал. Я считал, что, конечно, Бог есть, но Иисус меня не интересовал. Библия меня не интересовала. Мне просто казалось, что достаточно для меня любить людей. А потом я стал понимать, что любить не могу. Мне нужна другая весть. Слава Богу, меня пригласили на библейскую группу, я увидел настоящих христиан, я попал на проповедь Билли Грэма, и Билли Грэм провозглашал слова Иисуса Христа. «Я есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня». Иоанна 14:6. И вот тогда мне было 18 лет, и летом я покаялся, я принял Иисуса Христа. Я стал настоящим христианином. Начался мой христианский жизненный путь. Я благодарен Богу за то, что коснулся меня подлинным Евангелием. Итак, наше дело постоянно спрашивать себя, как мы, как наша церковь, не уходим ли мы от Христа к мысли о том, будто подлинную жизнь можно найти просто в любви, в исполнении закона, в исполнении неких правил или заповедей, которые кто-то придумывает. Да, мы слишком легко этому предаемся. Но это другое Евангелие. В центре его уже не Христос. Евангелие замечательно вот чем. Когда я пришел ко Христу, я принес с собой багаж из прошлого. И первородный грех, и рабство сатане, и осуждение, и отчуждение от Бога,
и одиночество. Но в Евангелии все это, все мои грехи возложены на Христа. Он, не знавший греха, понес мой грех, пригвоздив его ко Кресту. Его жизнь, его праведность, его усыновление, его дух – все это теперь относится ко мне. Все это и есть подлинное Евангелие. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com.